пришла на концерт. Ты пришла на концерт? Я еще страшная сегодня. Серьезно, что ли? Да, я ты всегда страшная, что ты? Сегодня особенно. Особенно, когда цены видишь. Я замуж выхожу. Я женился. А, нет, по-братски удалите то видео, которое было. Вот эта песня же есть, которую ты поешь. Вот это же есть там запах женщины моей. Мы тебя закопаем, там еще что-то, мы тебя польем кислотой, побреем на лосы. Канал Закир, YouTube рулит, все нормально, зайдете, и вы там увидите необыкновенные моменты жизни. Всех приветствую, друзья, давно меня не было на моем канале, ну, дела, суета, то все. Вот я приехал сегодня на концерт, думаю, немного для вас поснимаю. Концепция моего канала, она полностью сейчас будет меняться, кстати, тут. Фон, конечно, ужасный. В общем, студию я готовлю. Затем будет шоу одно мое. Студия для подкастов. Шоу такое не скажу. Будут влоги. И четвертое на канале будут новости. Нет, ну это не совсем новости. Ладно, не буду вперед забегать. Вот если подкасты, влоги и это шоу дадут свой результат, то можно двигаться вперед. Все зависит от вас. Если ты смотришь, подпишись, поставь лайк, порекомендуй своим друзьям. В общем, поддержи меня по-братски. Всем добрый вечер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как дела? Отлично, да, есть такой момент, как ты собрал? Ничего, потихонечку. Видеосъемка? Да, да, у нас тут видеосъемка. И что там надо переговорить? Дагестан форева, мы в Москве, да? Сейчас будем отжигать по полной программе, да. Так, Олег, рассказывай, как ты добрался? Отлично долетел, честно сказать, первым самолетом не долетел, но вторым пролетел, да, все нормально, да. Вот, а так что, нормально, все четко, рад присутствовать в Дагестане. Какой город больше всего тебе нравится в Дагестане? Все. Мне тут подсказывают. Не, на самом деле я помню, да, в Буйнакске четко был момент. Не, что-то красиво, брат, все нормально, всем привет, все уже ушло, да? Так, не, нарезки. Ты меня сразу, братан, просто прям как скрытая съемка. Вас как зовут? Стань посередине. Александр, привет, вас? Саша. Так, это вы та самая Саша Project, да? Ага, вот я очень сильно хотел. Я вас очень сильно хотел спросить. Вот хватило смелости приехать? Я столько всего видел в Инстаграме. Вас как это? Вы не боитесь? Там в Инстаграме вообще мало написано, что. А где было больше? В личке. Ну, не, в личке понятно. В личке очень много. Я сидел на разных пабликах, там грозились. Ну, что-то не буду сейчас озвучивать. А кто мне может запретить приехать на день рождения к моему другу? А почему вас так не любят? Почему они меня не любят? Почему именно вас выделили? Я вот смотрю, вас выделяли среди всех остальных. Ну, потому что, наверное, меня очень любит пресса. Так, ну нет, ну дагестанская пресса... Дагестанская пресса тоже меня очень любит. Судя по всему, за последнее время тоже полюбила. Всем привет. Ну, вы, в общем, с хорошим настроением, я смотрю. Да, но самое главное, просто я не могу понять, многие люди в заблуждении в таком находились, что они думали, что я сама здесь какой-то концерт организую, еще что-то. Я приехала поздравить своего друга. И запрещать людям праздновать свой день рождения, уж тем более гостям поздравлять своих друзей приезжать, ну это бред, я считаю. Ну на это никто не имеет никакого права. Угу, понятно. Все, спасибо. Да. Не выходи на сцену, мы тебя закопаем, там еще что-то, мы тебя польем кислотой, побреем на лосо. Мы за тебя горой стоим. Не, ну а что, если так поет, мы же в сила, правильно, музыкальная? Как не крути. Два дебила это сила. Да, три это пи***. Ой, там уже снимают. Здесь пикают. Да, пикают, да? Там пикают, да. Я сейчас так скажу. Канал Закир, YouTube рулит, все нормально. Зайдете, и вы там увидите необыкновенные моменты жизни. Что вам сказать? Это так от души вам говорю. Я там недавно заходил. Слушай, на человека можно камеру направить, он будет говорить бесконечно. Да, давай. Да, недавно заходил. Делай мне контент. Да, недавно заходил, увидел очень интересных много моментов. Я вам сейчас скажу со замой тригу, потому что я не буду вам рассказывать, что я там увидел интересы. Зайдите и увидите последние вот два выхода моего брата, который он выпустил. Вот. Зайдите и увидите там уникальный момент.
Вот так вот, еще висится с вами Авет Маркарян, наш брат тоже снимает. Кто за камерой, тоже красавчик за эти душевы, потому что вот, братуха, держи пять, я понимаю, ты настроил там движуху. Я тоже скоро выпущу такой один интересный закинь, мне идею подкинул, так что у меня тоже будет год. Будем вместе, да, на гонках гоняться, короче, по Ютубу. Когда летел, рассказывать. Да, прекрасно, все хорошо. Ты как будто бы не выспался. Я только проснулся. Ну как, откуда летел? С Казахстана до Москвы, с Москвы до Махачкалы. Крол, тебе не поступали никакие угрозы? Саша Проджект поступали. Ну, наверное, мне самым больше и поступали. Серьезно? Я думал, наоборот, как-то к ней все прицепились. А что писали, что говорили? Да, ну, говорили, чтобы не приезжали, говорили, чтобы не делали эту ошибку. Ну ты же вроде свой парень. На самом деле, если честно, они писали и было с хорошей стороны, с уважительными сходами писали они, но и были с угрозами, были с матами, но те люди, которые материли, они потом же и на самом деле написали, да, Турал, извиняюсь, то, что там грубо, в грубой форме это все написали, ну, я думаю, у каждого свои правила, всех можно понять. Ну, в целом, ты это, как бы, не жалеешь, что приехал? Ну, а что жалеть, это моя работа. Тут Саша, знаешь, как отмазался? Она сказала, ну, я, типа, на день рождения приехал, а они на концерт. Неужели нельзя, типа, мне приехать на день рождения? Ну, мы все понимаем, что это она так юлит. Вот мне просто нужен жесткий контент. Давай что-нибудь такое скажем, что я просто, друзья, я туплю сегодня жестко просто. Вот, я не на хайпе, на самом деле, я не знаю, о чем ты. Я просто приехал в Махачкалу, состояние такое, то, что я не знаю, сейчас выйду, что там будет, как будет. Там здорово будет. Ну вот, на самом деле. Ты давай, может, действительно, что-нибудь споем, ты классно поешь, мне нравится. Нет, петь мы будем только на сцене. Ну, если ты хочешь, ты можешь мою песню спеть, но не я. Вот сейчас все скажут, человек поет под фонограмму, поэтому боится петь вживую. Да. Потихонечку поедем, но перед тем, как мы поедем, мы покушаем вот эту штуку. Вкусно? Вкусно. Клубника зимой. Где там клубника? А, вот она. Клубника. Ага, попробуй, вот очень. Как только зима, я в розыск. Да, да, все, все. Вы его не видели? Что, угощение? Да, да, спасибо. Спасибо, займя. Хайрутин и Смискал, мы уже уходили. Мы уже все думали, всех сняли. Он говорит, а что вы, говорит, Адлера и Коцбу, говорит, не сняли? Ё-моё, сколько вас тут. Всех приветствую, кого не видел. Так, это вы у нас, да, герои сегодняшнего дня? Одни из героев, алейкум салам. Мы все герои. Одни из. Здрасте. Здравствуйте. Так. А что вы лимонад? Я полчаса прошу. Так. Я снова торможу, я снова нарушу. Тебя как зовут? Авет. Тимран? Как да есть? Рассказывай. Все. Угрозы поступали. Поступали, но братья четко встретились с дагестанцами. Плохо работаете, ребята, вот кто этот, угрозы всякие пишет. Дима, ну что такое? Мне просто нужен этот жесткий контент, вы же знаете, да, друзья? Так, а тебе писали? Нет, ничего не писали? А, звонили. Звонили? Звонили, серьезно? Откуда им твой номер? Откуда им твой номер? Все указано. А, ага. И как?
Ну, пообщались нормально. Но все равно приехал. Конечно. Да. Вы поете «Здрасте»? Да. Да. Давайте пообщаемся с вами. Она не только поет, она у нас еще актриса. Актриса? Она, да, она фильм. Тебя Закир меня зовут. Очень приятно. Да. Вот давайте немного с вами пообщаемся, когда летели или приехали. Вы сами откуда? Ну, когда-то я выступала на этой прекрасной сцене в Кольце Москва. Сейчас я проживаю в городе Стамбул. Угу. Все, прикольно. Мы скоро, кстати, летим в Турцию. Милости просим. Обязательно сообщите о вашем прилете. Да? Ну, тогда мы с вами координатами так перекинемся. Вот. Вам не писали угрозы там всякие? Я не из тех людей, которые обращают внимание на подобного рода действия, потому что мы сами готовы угрожать. Да, 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 понятно. Боевая, талантливая девушка. Очень приятно. Спасибо. Вот, вам приятного. Спасибо. И вам. Спасибо. Спасибо. Вот он самый, вот он предводитель всех угрожателей. Предводитель кого? Угрожателей. Угрожателей? Да. Ты там на районе. Сдавайся. Вы сейчас как на передаче у Малахова, да, я должен занять по сторону, которую должна газовать, да? Да. Я против. Я против этого, кстати. Почему? Потому что надо... Ты же свой человек, дагестанец, ё-моё. Я дагестанец. Ты должен угрожать. Кому угрожать? Да вот и вот этим пришлым. Азиз мне дали 25 тысяч час. Всё. Чё там? Козы до конца. Тема моего этого противостояния что-то какая? Ну, типа, чё приехали? Я считаю так. Я лучше пою. Я лучше пою. Я пою? Да, да. Так я же пою, типа, тебе говорю, что я лучше. А кто, он поет? Ты поешь? Нет, кто-то из них поет по-любому. Запах женщины моей, да? Запах женщины моей. Ты поешь это? Они поют эту тему. Это они поют? Я всегда представлял себе, что это пропотевшая женщина, ты пошел с работы. Опа. Вот эта песня же есть, которую ты поешь. Вот это же есть там, запах женщины моей. Чё она там, у неё несварение к желудка, да, там, постоянно? Это я пою. А кто поёт это? А чё ты теперь прячешься, братуха? Чё, нечего сказать, да, за запах, который там плюёт от женщины? Честно говоря, ребята, ходите на концерты, потому что именно концерты расслабляют нас от трудовых будней. Кто не хочет, может не ходить. Сейчас я покажу. Чё всё время задний ход даёт, я понять не могу. Задний ход? Ходите на концерты, потому что как-то нужно отдыхать. А что сам не ходишь? Я здесь, потому что я пою бесплатно там. Ну да. Лучше я буду бесплатно петь, чем последний отдавать за билет. Ходите на концерты. Ребята, тем более организаторы концертов классные. Все, что, закончилась пленка, да? Нет, нет, у него все. А почему я вернул? Я просто это... Вот. Я тебя буду рекомендовать. Я думаю, что от трудовых будней мы должны как-то отдыхать. Хотя бы морально. Поэтому... Самое время нам быть именно здесь. Знаете, концерт добрый, на самом деле добрый, приятный. Там Маргарита ждет. Ты же вырежешь. Добрый, приятный. Я пошел, меня звонят. Спасибо, что позвали. В следующий раз 25 тысяч час. Наконец-то он ушел, наконец-то он ушел, друзья. Не люблю людей, которые много раз говорят, ой, этот парень красавчик, он практически ничего не сказал. Ну ничего, мы это, как его... Мы разберемся, я потом найду, кто там что поет, кто что делает. В общем, друзья, не умею отдыхать на концертах, я на них только работаю. Вот, наконец-то все завершилось, мы все отсняли. Не знаю, как что получится, впереди очень много интересного. Еще раз большая просьба, поддержите, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, распространите его. Инстаграм скручивает мои лайки, как говорит Камикадзе Ди. В общем, друзья, оставайтесь с нами.